Добрый день! В этом видео я расскажу, как соединить нового робота с приложением iRobot Home на телефонах на системе Android. Для этого сначала надо скачать приложение и создать учетную запись. Про это есть отдельное видео. В этом видео буду рассказывать про iRobot Bravo Jet M6. Также я советую заранее узнать пароль от Wi-Fi. Обычно он написан на Wi-Fi рутере. Для начала в телефоне переходим в настройки сети Wi-Fi. Обычно Wi-Fi сеть поделена на два вида с разной частотой: 2,4 ГГц и 5 ГГц. Лучше подключаться к сети 2,4 ГГц, потому что у нее больше радиус действия. Переходим в приложение iRobot Home. Если это не первый робот, которого соединяете с приложением, тогда нажимаем три полоски в левом углу. Теперь нажимаем «Добавить робота». Как видите, приложение предлагает нам добавить нового робота. Выбираем Bravo. Для добавления робота ранее названной модели выбираем первый вариант. Убедитесь, что робот находится на зарядной док-станции. Нажимаем «Начало работы». Нас встречает экран с советами, как лучше разместить зарядную док-станцию. Размещаем робота и док-станцию вместе, где они не будут мешать, там будет сильный Wi-Fi сигнал и робот без препятствий сможет выезжать и заезжать. Док-станцию ставим поперек стены. Дальше нас встречает экран, спрашивающий, подключились ли мы к верной Wi-Fi сети. Ранее мы уже это сделали. Нажимаем «Продолжить». Вводим пароль от Wi-Fi. Теперь на самом роботе нам надо зажать на 2 секунды кнопки Spot и Home. Зажимаем их на 2 секунды и отпускаем. Робот нам сигнализирует, что перешел в режим соединения. Ставим галочку и нажимаем «Продолжить». Происходит поиск. Робот с нами заговорил. Теперь происходит проверка. И вот, робот успешно подключился. Нажимаем «Продолжить». Даем роботу имя. И вот, приложение нас приветствует. Нажимаем «Далее». Приложение дает советы и информацию пользователю. Пролистываем. И вот, робот подключен, и мы можем запустить его. Авторизированный сервисный центр iRobot в Латвии к вашим услугам. Звоните, пишите, подписывайтесь. Ведь робот в отличном рабочем состоянии поможет вам лучше. www.mansrobots.lv